Привет всем, это Слава из города Нейпл, штат Флорида. Как всегда, я вам показываю что-то интересненькое. Сегодня я на Марко Айленд и говорил об участке земли, который просто уникальный и очень дешевый, но на удивление просто-напросто для строительства. Вот, и поэтому хотел бы вам все-таки, поскольку показываем полностью комьюнити, я вам показал клуб, который расположен в основном районе этого Hideaway Beach на Марко Айленд. И вот так выглядит клуб внутри. Соответственно, когда покупаете лот, кусочек земли, вот, и строите на нем дом, становитесь автоматически членом этого клуба, значит, стоит это $10,000 в год, и это обязаловка, как говорится, для того, чтобы жить в этом комьюнити, надо в обязательном порядке покупать. Вот я вам показывал сейчас пляж, и вот здесь просто показываю, как в частном клубе, здесь, соответственно, здесь и барчик, и ресторан, вот, все как положено. Здесь, знаете, как небольшой такой свой собственный городок, вот, очень много теннисных кортов тоже я смотрел, интересная, очень красивая местность для лодок, можно на каяках хорошенечко походить. И вот так вот выглядит этот клуб. Вот здесь дальше паркинг-лот. Здесь вот как раз въезжаете, значит, на стояночку, вход в клуб. Ну вот я уже все, что только можно, показал об этом комьюнити. Здесь очень дорогие дома, все начинаются с миллиона и выше. До 5 миллионов дома здесь есть, очень большие, красивые. Разнообразная абсолютно архитектура. Очень разнообразные архитектуры, и поэтому, соответственно, так сказать, вы свой проект можете какой вам угодно построить. Если вам нравится калифорнийский стиль, пожалуйста. Если вам нравится стиль флоридский, который здесь, тоже. Если нравится, предположим, какой-то северный, бостонский стиль, не вопрос. Поэтому вот такой здесь клуб. Всего хорошего, до свидания.